Профильная смена «Формула Био» в загородном центре «Арго» начинается традиционно – с торжественной линейки, государственного гимна и поднятия флага. Ребят ждет уникальная, насыщенная и интересная программа. 230 детей из 9 отрядов посетят различные мастер-классы, лекции, дискуссионные клубы и творческие конкурсы по направлениям, связанным с естественными науками. На треке «Физика среди нас» сами создадут машину Голдберга. На биологии и окружающем мире поговорят о раздельном мусоре и заповедных местах региона. На модуле «Костюм от нитки до подиума» придумают авторские коллекции одежды. А завершится смена защиты проектов экопарков. Очень много образовательных треков, которые касаются экологии, где будет проект реализован экопарка. Это каждый отряд будет разрабатывать свой проект. Им эта тема очень интересна, поскольку у нас многие дети не первый раз едут. Они уже очень много интересных проектов сами представляли. Всего в ведении городского департамента образования 6 загородных лагерей. В них проходят различные тематические смены. В лагерях реализуются образовательные программы туристско-краеведческой, волонтерской, технической, спортивной, патриотической и художественной направленностей. Сейчас уже начался блок четвертых смен. Организаторами профильных смен в загородных лагерях является у нас учреждение дополнительного образования. И, соответственно, работают с нашими детьми там педагоги дополнительного образования, учреждений подведомственных департамента образования. Опыт работы у них в этом направлении очень большой. Кроме того, в городе летом работают 189 лагерей дневного пребывания. Таким видом досуга смогли воспользоваться более 15 тысяч детей. А для тех, кто хочет отдохнуть ближе к природе, открыт палаточный лагерь на базе центров «Авангард Самара» и «Мужество». Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.